Уважаемые товарищи, уважаемые коллеги, мы собрались сегодня здесь, представители разных общественных организаций, общественно-политических движений, политических партий, для того, чтобы высказать свой протест против тех тайных сделок, которые совершаются сегодня за спиной всего молдавского народа, за спиной парламента Молдовы, всего молдавского общества. Я имею в виду то парафирование, которое происходит сегодня в Вильнюсе, соглашение, текст которой до сих пор не известен никому в Республике Молдова, кроме представителей этой продажной воровской бандитской власти. Мы пришли сюда протестовать не против Европейского Союза как такового. Мы пришли сюда протестовать против той политики, которую проводит Европейский Союз, против того отношения к Республике Молдова как к колонии, которые с мнением которого не считаются. Мы пришли протестовать против того, что страны Восточной Европы пытаются загнать в стойло восточное партнерство, не давая им никакой перспективы европейской. Мы пришли сегодня протестовать сюда против молчаливой, страусиной политики Европейского Союза, когда они замалчивают те преступления, которые творятся в Республике Молдова под флагом европейской интеграции и Европейского Союза. Мы пришли протестовать сегодня против поддержки со стороны Европейского Союза контрабандистов, бандитов, воров, коррупционеров во власти, засевших в правительстве, в президентуре, в Кишиневе. Мы пришли сегодня протестовать против молчаливой политики Европейского Союза относительно территориальных претензий руководства соседней Румынии. То, что было высказано вчера президентом Басеску, президентом страны, члена Европейского Союза, который заявил, что после вступления в Европейский Союз и НАТО у Румынии стратегическая цель воссоединения страны и присоединения Республики Молдова. Это говорит президент страны Европейского Союза. А европейские чиновники, европейские лидеры молчат и всячески этому потворствуют. Сегодня состоится открытие так называемого антисаммита, в котором будут принимать участие представители различных общественных организаций, представители различных политических партий, которые не согласны с ролью колонии для Республики Молдова, которые требуют предоставления молдавской общественности текста документов об ассоциации Республики Молдова с Европейским Союзом. Сегодня мы говорим Рушение такой политики Европейского Союза по отношению к молдавскому народу и Республике Молдова как независимому суверенному государству. Мы требуем свободы, мы требуем гражданских свобод, мы требуем, чтобы представители оппозиции не преследовались, чтобы был на самом деле плюрализм мнений в средствах массовой информации, чтобы открыли независимый телеканал, оппозиционный телеканал NIT, который был закрыт при молчаливом согласии Европейского Союза. Мы требуем от Европейского Союза уважения и соблюдения тех европейских свобод, которые они декларируют. Рушиня! Рушиня! Рушиня!